Республика продолжает наращивать собственную продовольственную розничную торговую сеть. Восьмой по счету магазин «Мата» открылся в центре столицы Коми. Здесь теперь доступна продукция местных сельхозпроизводителей от поставщиков со всех уголков, от Воркуты до Прилузья. Продукция из оленины от тушенки до хамона, макаронные изделия нескольких видов из Кайгородка, Печоры и Ухты. Брендом стал ипский чай с морожкой, кедром, зверобоем и мятой. На прилавках всегда будут свежие овощи, тушки перепелов и яйца поставляет хозяйство из Кырткироса. А вот, например, сушеные грибы привезены из Усть-Вымя. Это одно из успешных наших направлений. Мы начинали с малого. Пока думали, гадали, получится, не получится. Уже точно уверены, что у нас получается, и будем дальше развиваться в этом направлении. Сегодня в магазинах 80% – это наша продукция, именно произведенная в республике. Вместо в северных магазинах, которые мы открыли в прошлом году, не хватает молочной продукции, завозится всего два раза. И очень большой спрос на нашу молочную продукцию. Будем отправлять немножко с учетом потребностей и будем удовлетворять те потребности, которые мы должны делать по ряду северных городов. Северная речная рыба, питьевая вода, напитки из северных ягод и травяных сборов, ароматная выпечка, козье молоко, свежий хлеб, кондитерские изделия. Это далеко не весь ассортимент местных. Кстати, они стараются все чаще выпускать на рынок и новинки. Кроме продуктов, здесь представлены предметы народных промыслов с этнотематикой. Амулеты, брелоки, предметы кухонной утвари, а также увлекательные книги о культуре коми народа.